Ульяновский аквапарк «Улет» признан лучшим в России и СНГ по итогам 2017 года. Премия Golden Pony Awards считается своеобразным аналогом «Оскара» в индустрии отдыха и развлечений. И она досталась Ульяновскому аквапарку. Конкуренты были достойные. В конкурсе участвовали аквапарки из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и других регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга и Москвы. Проводя различные опросы и понимая с вопросом понять, где же люди любят больше всего отдыхать, мы делаем все чаще и больше при таких опросах выводы, что наши горожане больше всего любят отдыхать в парках и скверах. Аквапарк «Улет», находящийся в Александровском парке, давно уже стал любимым местом отдыха ульяновцев и жителей других городов. На парковке можно часто увидеть автомашины с номерами из других регионов – Самары, Саратова, Татарстана. В них есть свои аквапарки, но многие жители предпочитают именно ульяновский. Так в чем же причина? Одним из самых основных направлений даже нашего аквапарка – это как раз создание условий для тех людей, которые полностью отдают себя воспитанию детей, укреплению семьи, соответственно, оздоровлению. И так как аквапарк несет очень большую социальную нагрузку, мы отдаем себе отчет в качестве предоставляемых услуг. Качество услуг оценивало жюри по многим направлениям. Эксперты посещали аквапарки, притом анонимно, не афишируя собственного приезда. Изучали сетевые ресурсы, смотрели рейтинговые показатели по Яндексу и Гуглу, читали отзывы в соцсетях. Со всеми требованиями ульяновский аквапарк справился блестяще. На посвященной победе пресс-конференции говорили не только о том, что посещать аквапарк весело и интересно, но и как много такие посещения приносят пользы для здоровья. Выяснили ученые давно, что вода является самым мощным, наверное, на сегодняшний день тренирующим фактором. Аквапарк «Улет» не собирается стоять на месте и продолжает развиваться. И награда – это лишний стимул для движения вперед. Тем более, что за время существования она присуждалась таким мастодонтам сферы развлечений, как парижский Диснейленд, испанский порт Авентура и копенгагенский парк развлечений Тивали. Достойная компания для ульяновского «Улета». Егор Цитов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.